Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как говорится, опять я в деле. Молодежь меня подпрягла. Сделай, говорят нам, пиццу. Но я решил сделать пепперони на кавказский манер. Сейчас все увидите, как это все. Смотрите, у нас пицца будет на дровах. Костер горит. Печка готовится. Соответственно, колбаса халяльная, без грамма, как говорится, белого пятачкового барана. Все будет четко, вкусно и полезно. Сейчас все увидите. Поехали. Начинаем. Друзья, здесь муки где-то кило 200. Соль, сахар. Вместе я смешал. Пока мука сухая, засыпаем соль, сахар сюда. Перемешиваем вместе с мукой. Сюда же засыпаем сухие дрожжи, вот такую одну пачку. Сыпал, тоже перемешиваю. Вместе с мукой. Здесь у меня теплая вода. Заливаю. Ну, залил. Здесь у меня в бутылке, вот видите, грамм 50 оливкового масла. Его тоже заливаем сюда. Перемешиваем. Тесто. Накроем наше тесто пленкой и ставим его отдыхать в теплое место. Пусть зайдет. Друзья, будем нарезать колбасу. О, привет! А что это вы тут делаете? Я не буду нарезать колбасу. Вот кто будет нарезать. Здравствуйте, уважаемые. Прошу. Прошу. А, сразу вот. Да-да, без разогрева. Все, как поехали. Скажете. Что делать? Кабласку? Вот это. Колбаса сочная, восточная. То на одной еврейской далеко не уедешь. Уедешь, уедешь, еще как уедешь. Ну, не на колбасе, то есть. А че уйти? Друзья, подготовим соус для нашей пиццы. Томатная паста. Возьмем чуть-чуть листиков от розмарина, совсем мало, много не надо сюда. Половина пачки, больше не надо, столько хватит. Возьмем итальянские травы, где-то одну чайную ложку. Один зубчик чеснока, мелко-мелко его шинкуем. Вот
тебе сейчас тоже бедра сделаю. Оставь мои кроссовки новые. Друзья, займемся подготовкой теста нашего. Хорошенько оно подошло. Так, сейчас мы его разделим на три равные части. Вот у нас получилось 5 заготовок. Накроем их полотенчиком и пусть чуть-чуть тоже отдохнут. Минут Доли тоже хватит. Друзья, сильно не критикуйте, это пепперони. Едет в духовку. Yeah.
Вот вам пепперони. Вторая красавица на подходе. Опачки. Сейчас сделаем следующий момент. Грибочки. Грибы. Теперь сыр. И сверху помидор. Сыр слабо соленый, чуть-чуть помидорки посолим. Теперь берем итальянские травы. Сверху посыпаем нашу заготовку от пиццы. Как этот тур, обходите? Настал момент истины. Давай попробуем. С удовольствием. Понимаю, что с удовольствием, конечно, надо дороже, но готов. Бери. Бери-бери. Бери-бери. О! Вот он момент истины, а? Друзья мои, я не знаю, сейчас скажу. Вот не в любой Италии столько сыра есть пицца. Разрази меня гром. Это что-то с чем-то. Тесто тонкое, посмотрите. Вот не поверят те люди, потому что ты говоришь, ты кушай пока, потом расскажешь. А то неправда будет. А теперь поговорим о тесте. Очень вкусно. Это максимальное количество сыра, которое мы сюда положили.
оно просто великолепно сочетается у тебя и у меня в желудке, правильно? Да. Я думаю, и у вас тоже. Аппаратуру тоже дадим потом, да? Аппаратуру тоже дадим. Главному кинорежиссеру. Он уже нос порисует. Надо студявчик потом в следующий раз купить, при следующей съемке. Друзья, закуску к пицце, картошку фри сделаем. Масло накалено. Определяем сюда картошку. Картошечка идеальная. Смотрите. Никакой Макдональдс и так не нажарил. Макдональдс отдыхает, я же говорю. Чего Макдональдс, Артур? Друзья, мораль той басни такова. Мы можем приготовить и бургеры, и пиццу, и все что угодно, было бы желание. Поэтому очередной раз вам всем советую. Есть возможность, готовьте. Это очень вкусно, очень просто. Ну, накидал, тесто раскатал и все дела. Итальянский пиццола, чтобы добиться вот таких бортов, на пицце итальянской, оригинальной. Он, я не знаю, пирует, переподвиперды там в воздухе, наверное, делает, да? А у нас для этого, друзья, вот смотрите. Обычная сковородка для остинских пирогов с бортиками. Лайфхак вам. Приобретайте такие сковородки, у вас будет пицца не хуже, чем итальянская. А, равномерно пропекается. Со всех сторон бортик, ничего не вытекает. Круто. Еще раз. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Всего доброго. Подписывайтесь на нас. А мы будем с вами. И будем вас дальше продолжать радовать всякими 100%. Вкусностями. Всегда. От чистого сердца с вами. Всех благ вам. До свидания. До новых встреч.